Ты расскажи, что это при таких обстоятельствах она сюда попала. Должно было. Ну то есть ты приобретал? Да. Просто. Да. Ну, что это такое? Гэнджу бас. Приобрел у кого? Мужчина по имени, да? Фамилию знаешь? За что задержан? За наркотики. Что вы с ними делали? Пытался продать. Какие наркотики? Растительные. Марихуана. Сами где их приобрели? Приобрел через... Как часто занимаетесь продажей? Да не часто. Не занимался. Сейчас в вашем доме сколько примерно наркотиков? Я не могу вам сказать, сколько точно. Ну, примерно. Ну, примерно сколько там? Грамм, ну... Я как бы затрудняюсь ответить, потому что у меня весов не было. А помимо этой деятельности чем-то занимаетесь? Я работаю. Сами не употребляете? Нет, да? Не употребляю. Ну да. Это же добровольно получается. Не жена не знает, что надо делать. Я не знаю. Смотрите, я же говорил, что жена не знает. Вот вещество какое-то в бутылке. Привез я недавно. Порошкообразный или пылеобразный, не знаю, как называть, коричневого цвета. Тихо, поясни, что это. Это пыль. Пыль. Домашняя, что ли? Да что домашняя? Нет, вот такая пыль. Конопляная пыль? Пыль конопляная, да. Здесь можете обратить внимание. Множество отрезков вещества темного цвета. Также множество фрагментов вещества темного цвета. И здесь аналогично наличие. Да. Вы сможете. Это запашок. Тестостропочек. Ты сдаешь, а, да? Это от дома. Твои?